Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь 19 способов использования формочки для льда. Наверняка это видео станет для тебя открытием. Чтобы додуматься до подобного использования формочек для льда, нужно постараться на славу. Заморозь кофе и добавляй его в молоко. Вкуснейший молочный коктейль за пару минут готов. Для любителей сладкого еще одна идея – можно замораживать сгущенку. Заморозь остатки вина. В любой момент ты сможешь приготовить соус маринара, красный винный соус и другие изыски, в состав которых входит вино. Замороженный йогурт – отличное лакомство в жару. Хорошая идея – сохранить йогурт с маленьким сроком годности впрок. Пюре из абрикосов или персиков легко заморозить, оно украсит с собой любой десерт. Кусочки арбуза прямо из морозилки. Замороженные цветы. Как я сам до этого не додумался, выглядит сногсшибательно. Сложно представить себе что-то более соблазнительное, замороженная клубника в шоколаде. Замороженный сладкий сироп, гренадин отлично сочетается с шампанским и сладкими алкогольными коктейлями. Сок апельсина и грейпфрута будто созданы для замораживания. В жару так принято пить воду с цитрусовым ароматом. Съедобные блестки из гуми арабика – отличный декор для разных блюд и коктейлей. А если их еще и заморозить, суши можно сохранить, заморозив их. Замороженный сок алоэ станет косметическим спасением в жару, тонизирует и охлаждает кожу на 100%. Заморозь смузи из разных ягод и фруктов. Скорая помощь, когда жарко и холодно. Цветы, которые можно есть, это замороженные цветы. Заморозь шоколад и тоже добавляй его в коктейли. Мохито всегда под рукой, заморозь сок лайма или лимона и мяту. Разноцветное мороженое в кубиках – шикарное дополнение к обычному молочному коктейлю. Кое-что из разряда вон выходящее – замороженный фруктовый лед, который состоит из нескольких слоев. Замороженная зелень в оливковом или сливочном масле подойдет к любому гарниру. Теперь жара будет приносить тебе удовольствие. В любой момент из морозилки можно извлечь настоящие сокровища. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.